Жертвами угарного газа в минувшие выходные стали 19-летний парень и годовалый ребенок. Трагедия произошла в частном доме в микрорайоне Асар. Вероятная причина – нарушение правил по эксплуатации водонагревателя на природном газе. Еще трое отравившихся в этом же доме были госпитализированы. Сотрудники ЧС в очередной раз призывают соблюдать правила пожарной безопасности при использовании газонагревательных приборов печного отопления.